Полицейский Барри, почему так странно выглядишь? А шо, непонятно? Я пасхальный заяц-курица. Стоп, что я только что увидела? Мне не показалось, вы же тоже это видели? Или у меня какие-то глюки? А ну, надо еще раз посмотреть. Да, он реально снес яйцо, о господи. Стоп, полицейский Барри, ты где вообще такой прикид купил? Не вздумай с меня смеяться, никогда не выйдешь с моей тюрьмы. Мы еще посмотрим, по-моему, ты забыл все мои секреты. Это ты еще моего помощника не видела. И попробуй собрать у меня 10 яиц, в жизни ты их не найдешь. Мяу, если ты успеешь за 3 секунды поставить лайк и подписаться, то тебе подарят то, что ты хочешь. Считаю, 3, 2, 1, мур, люблю тебя. Короче, ребята, у нас есть новая миссия. Нужно собрать 10 яиц. Я очень надеюсь, я смогу их собрать. Я хочу посмотреть, какое тут новое обновление вышло. Посмотрите, и я попытаюсь использовать мои новые суперспособности, о которых, наверное, Барри забыл. И попытаюсь провести всех своих подписчиков к концу этого хард-режима. Я сегодня играю с подписчиками, как вы можете видеть. Если ты хочешь поиграть вместе со мной, заходи в мой телеграм-канал, ссылочка в описании. А мы начинаем. Поехали. Итак, сейчас проходим на харде, открываем. У меня же со всей своей силой, Лера, давай. Итак, сейчас мы пройдем тут обе, пока подожду всех моих друзей. Итак, ребята, вы мне все в комментариях написали, что Лера, не тупи. Джетпак можно использовать, нажимая на вот эти вот стрелочки. Я просто их не заметила. Просто в некоторых играх можно просто нажимать, как вы знаете, на стрелочки, которыми ты играешь, и ты просто летишь. А тут Лера, блин, не заметила стрелочки, потому что их закрывала эта панелька со всеми ребятами в сервере. Ну, теперь я знаю, и я очень рада. Теперь это просто моя любимая штука. Я могу просто проходить и ничего не бояться, потому что я могу летать и просто могу на месте даже летать. Итак, давайте пролетим. О, наше первое яйцо! Это же яйцо! Осталось еще 9. Ну да, надеюсь, мы успеем их найти. Итак, теперь мы проходим наш туннель, долгожданный туннель. И попробуем найти еще 9. Я хочу посмотреть, как будет выглядеть босс, как будут выглядеть все персонажи. О, Барри, и что? Ну, привет. Я тут пришла на тобой поиздеваться со своим новым джетпаком. Как тебе такое? Итак, вон. Почему ты крутой? Это же просто жесть! Ты кролик! Что-то я не понял, а что это у меня в правом ухе жужжит? Это мухи летают! Ладно, что, это я летаю! Ну ты просто ржачный, ты такой... Я не могу! Ты кролик, курица! Ну как такой? Нет, стой, на, вот тебе лазером! Ой, я прибила кролика! Извините, мистер Барри. А спорим, ты не найдешь все 10 яиц. Вот поставьте лайк и напишите коммент, нашла она или нет. Я тебе докажу, что я найду и найду вашу секретную новую пасхалку, поэтому не надо мне тут ля-ля. О, мое второе яйцо, осталось еще 8. Итак, да, господи, ты, нет, этого же не может быть, да? Ты только что не выколкал яйцо, да? О, господи! О, господи! О, господи! Мой мозг сейчас взорвется! Это же просто... И Лера улетела на другую вообще смерть. Лера, все. Леры больше нету. Лера никогда не будет прежней. Ой, я его электро... Ты пердишь? Ты серьезно? Ты еще умудряешься как-то? Опять яйцо выколкал? Ах ты жопа такая. Ладно. Только как мне это яйцо взять? Ты пердишь яйцами? О май гад! Это же просто ужас. Никогда такого не видела. И вот я серьезно, ты первый кролика-курица, чтобы так сделать. Серьезно. Без обид, конечно. Ты меня скопировал еще. Ты забрал у меня уши, как ты мог? Ты опять пердишь своими яйцами, жопа такая. Ну ты забрал мои уши, купил такие же, как и у меня. Я на тебя обиделась, все. Итак, ладно. Ну ты тут, конечно, пердишь яйцами славненько, но мне пора, адьос.
Потому что, ну да, это не особо лучшая вещь, на которую можно смотреть. А ну все, я пошла, и сейчас я от тебя убегу, и ты ничего не сможешь делать. Что ты? Ты не сможешь ты меня догнать никогда в своей жизни. Ой, я же нажала точно. Ну да, ты так долго будешь, конечно, за мной бегать. Да я просто... Все, куда ты бежишь? Ты все еще пытаешься меня догнать? Ты сейчас серьезно? Ай, ладно, все. На голову у тебя посижу. У тебя такая голова мягкая, просто жесть. Может, мне стулом стать. Ладно, все. Знаешь что, adios, я улетаю наверх. Потому что тут у вас, конечно, весело, но наверху веселее. Я, конечно, от вас убегу. Ты, конечно, просто ржака, ржачный ржака. Но мне пора. О, там меня уже все ждут. Так, ладно, все. Я тебя повожу кругами, чтобы ничего не приснилось. И потом еще давай в другую сторону. И все, я тебя повожу кругами, чтобы тебе ничего никогда плохого не приснилось. Все? Ты устал? Ты решил сдаться? Ну ладно, как хочешь. Я залетаю в проход, снимаю джетпак. Ребят, идите сюда, я здесь. Они такие, что за нафиг? Как ты там оказалась? Телепортнулась. Итак, давайте продолжим. Я хочу посмотреть, как будет выглядеть шеф-повар и главный босс. Я хочу посмотреть, как его изменили. Может, он тоже кроликом стал? Интересненько. Итак, мне нужно найти больше яиц. О, еще одно яйцо. Это мое третье яйцо. Осталось еще 7. Я хочу найти хотя бы больше половины. Сейчас. Так, тут же в хард-моде нужно самим копать, блин, себе яму. Использовать всю свою силу. О, да вы что, лава опять стала оранжевая. Я думала, она станет синей, зеленой на всю жизнь. Все, я становлюсь богом и бай-бай. Я ухожу. Ой, я хожу по лаве. Я всемогущ. Я хожу по лаве и стреляю лазером. И летаю на джетпаке. Разве это не мечта? Я просто схожу с ума. Привет, ребятки, как у вас тут проходится? Я знаю, у меня тут все отлично. Я просто летаю на джетпаке, видите? Хоть я и бог, но я летаю на джетпаке. Да. Хотя я могла бы летать просто так. Вау, там лава просто жесть. Кто-то прыгает по досточкам и по моему мосту. Я это слышу. Тут лава, фонтан лавы. Посмотрите, ребята, сколько моих друзей играет со мной. Мы просто весь сервер заполонили. Итак, о да, колья. Уи, стоять. Я пройду. Если попытаюсь пройти, как бы это любой нормальный обычный человек проходил. Я не использую никаких своих уязвимых режимов сейчас. Я просто пытаюсь пройти и понять, насколько это реально сложно проходить на хард-моде. Итак, теперь я, конечно, выпью своих напиточков. Колу, спрайт, пепси, фанту. Ну да, все это выпью. Валю, валю, валю. Стоянка. Так все, я стану богом. Я хочу пойти что-нибудь найти. Да ты меня не убьешь. А, ты мне башку придавил, как ты мог? Мне не понравилось. О, сейчас мы посмотрим, как выглядит. Почему ты не изменился? Может, я и не пасхальный, но ты еще не видела финального босса. Ты его точно не пройдешь. А вот финального босса я теперь очень даже хочу посмотреть. А ты не пасхальный. А у меня мое четвертое яйцо осталось 6. Поэтому я тебя сожгу лазером. За то, что ты не пасхальный. Я кого-то еще сожгла. Простите меня. Потому что ты не пасхальный кролик. Вот так тебе все. Я на тебя обиделась. Вот ли лежи там. Я пойду с рычагом. Не пасхальный ты кролик, блин. Тут везде, блин, капканов свои. Три раза покрутить. Да, да можно сжечь это, пожалуйста? Ладно, покрутим. Все, я покрутила. Открывайте мне дверцу. Куда дверцу? Где дверца? Ай, ладно, ресетнусь. Что мне? Да пойду еще так сделаю. Ну все, я на своем джетпаке полечу. Ой, блин, не пролетаю. Я не могу пролететь дверь. Ты даже меня не видишь. Ты сейчас серьезно? Я пока ты не видишь.
спокойненько пролечу. И теперь просто лечу в центр и просто поднимусь наверх. Привет, друзьяшки, становитесь на меня. Что это за прорезь такая? Блин, я хочу посмотреть. О, господи, тут у вас камни падают с пятого этажа. Кто такое придумал? А ну-ка признавайтесь. Ладно, посмотрим. Все, теперь идем в дверку. Проходим. О, это же наш любимый мост. А мне обязательно подниматься на нем? Поднимусь. Респаун, нет, спасибо. Ребята, вы все хотите на одном мосту подняться? Это так не работает. Да подними меня мост, блин, уже, давай. Ой, поехали. Все едут, и я тоже еду. И кто-то едет даже в моем мосту. О, это же мой любимый обучение безопасности. То есть я нажимаю спидран. Девочка, стой. Я еще даже не выпила зелье. Подожди, я сейчас выпью зелье. Все. И теперь я попытаюсь пройти на хард моде спидран, как бы это проходил любой обычный человек. Без каких-либо богомода или еще что-то. Я попытаюсь пройти и посмотреть, если это реально так сложно. Итак, мы прошли первый лазер, теперь давай вот этот лазер. О, этот быстро крутящийся. Вот. Блин, я почти... О, я чуть не упала. Итак, это была моя история, как я чуть не грохнулась, но я была очень-очень удивлена, потому что я не грохнулась. О, господи. Лера, ты мне каждую секунду на секунду... Ай, нет! Блин. Это очень блин. Ладно, джетпак, поехали, отвези меня, что там. Мне как-то тут не по себе, я на пол упала. Поэтому как-то неудобно. О, господи, фотрюшка. Окей, все. Полетели, мы летим, и мы пролетаем. А ну-ка, что с этим углом? Ладно, пролетаем и смотрим. О, опять лестницу нужно нести. Я думала, там лестница уже стояла. О, стой, там. Мне показалось. Ну, сейчас, ладно. Поставим лестницу. Ставим. И забираемся. И идем. Прыгаем. И уходим. Бай-бай. И теперь посмотрим, что у нас будет наверху. Не надо забираться, я просто долечу. Я такая супермен. Я лечу как спайдермен. О, да. Да мне шо этот ветер ваш? Вьюга в мои глаза мне летит. Я ничего не вижу. Почему я так, блин, высоко улетаю? Я просто сейчас. Вьюга мне в глаза. И я ничего не вижу. Но я все равно иду. Ладно. Что это значит? Ой. Я упала в колья. Помогите. Джетпак в помощь. Я супермен. Я лечу как спайдермен. Ля-ля-ля. Да блин, эти камни падают везде. Кто? Кто там наверху работает и заставляет эти камни падать? Потому что это какая-то уже бессмыслица. Ладно. Заберемся. И поедем дальше. Спайдермен. Я лечу как спайдермен. Да нафиг мне эти клапаны нужны. Все. Я просто полечу как супермен. Ребят, пойдемте. Прилетела. Я выстроила себя и прилетела. Все. Идемте дальше. И посмотрим, что у нас будет. О, да, ветряная вьюга только мне. В спину. Да, я хотела сказать в спину. Нет, я не хотела сказать в то, что вы думаете. В спину. Это было в спину. Девочка, я тебя телепортну, пойдем. Ты будешь лететь со мной. А мне даже прыгать не надо. Ой, сейчас, блин. Ага. Я подлечу, я же бог. Все, ладно, все. Я подлетела, мне даже прыгать не надо. Я сейчас девочку перенесу. Ой, наконец. Чтобы ей не надо было печалиться и пытаться проходить. Все,
Девочка, ты спасена. Девочка такая, а чё, как я тут оказалась? Я застряла в колонне. И мне очень грустно. О, да, опять ветряная вьюга. Я бог, и я лечу. Та, ты шо, всё, Лера. Подними меня, блин. И я встала, ой, все. Я наконец-то, блин, пролезла в эту трубу. О, да. Ну, привет, шеф-повар, как у тебя делишки? И почему ты не пасхальный, ах ты? Я что-то не понял, я тебе по башке сковородкой стучу, а ты не умираешь? Ну, подумай лучше, конечно, я не умираю, блин. Я ж тут бог, не стучи меня по башке, иначе последние мозги выбьешь. Мне, конечно, не больно, но больно, когда стучишь по башке, знаешь. Но я как бы тебе... О, господи, Что за летающие повары у вас тут на кухне? Кто их брал вообще? Да нафиг все это? Мне кажется, я кого-то взорвала. Но, ой... Я кого-то еще разорвала. Ладно, я этому повару никогда не скажу, что я на самом деле его взорвала. Угу. О, 7 яиц еще осталось у меня. 3. И мы уже почти в конце, мне казалось. Итак, давайте посмотрим. Это же наш любимая горка спидран. Я не знаю, почему я так люблю. Ладно. Я просто полечу как без гравитации. Давай, Лера, я же космонавт. Когда я была маленькая, мечтала стать космонавтом, но я стала ютубером. Ну, в принципе, космонавтом тоже можно стать, но не знаю зачем. Если можно просто полетать! Но стала ютубером, и я рада. Потому что снимать видосики для вас мне очень нравится, особенно... Когда Лера протупила и застряла в планке! Ребята, у меня проблемы. У меня очень большие были проблемы. Потому что я не знаю, что делать, если я застрею в планке. Итак, о, мы почти у цели. Давайте, ребята, попрыгаем отчасти, все, идем. Итак, а тут нам просто... Вау! Ого, тут женщина! Я извиняюсь, нет, спасибо. У нее тоже лазер. Ах, она жопа. Ребята, нам нужно что-то делать. У этой странной учительницы есть тоже... Ага! Что я тебе сделала? У нее есть лазер. Я ее... Блин. Мне тоже надо ее. Я буду пытаться использовать ее же оружие против нее. Мне нужно лазер достать или телепортацию, или что-то типа такого. Она что, тебе постоянно сжигает сама? О, господи, мне нужно что-то делать. Лера, думай башкой. Да хватит меня стрелять уже, я поняла. Психованная. Это учительница. Я за колонной спрячусь. Как он такой? Хватит меня стрелять своим лазером, блин. Достала. Знаешь что? Вот так тебе. Вот и лежи там, жопа. Все. А я на своем джетпаке полечу. Полечу. Она опять там своим серьезно лазером стреляет. А, господи. Мне кажется, я кого-то слышала. Она тебе учительница, у меня тоже тут лазер есть. Поэтому ты не одна. Поэтому не надо тут делать из себя со мной крутую. Итак, если она вернется, у меня есть оружие. И я не боюсь его использовать. Поэтому я просто подожду, пока все мои друзьяшки перейдут на ту сторону. О, финальный босс. Итак, что же с нашим финальным боссом новое? Убейте механизм. Почему он не изменился? Почему ты не пасхальный кролик? А что ты думала? Тут будет яйцо с тобой сражаться. Я еще какой пасхальный полицейский? Ну что, не нашла все яйца? Ха-ха-ха. Ну да, и что? Ну не нашла яйца, но я же старалась. А ты, блин, не пасхальный полицейский.
И я на тебя расстроилась и обиделась. Я думала, будь каким-то крутым и таким... Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы быть первыми, кто узнает про мое новое сумасшедшее видео. Пишите в комментарии, если вы хотите, чтобы я еще какое-нибудь видео про Барри сделала со своими суперспособностями и поприкалывалась над Барри. Я жду следующего обновления. Увижу в следующей серии. Пока!